ночью вот радиолюбители на сороковке. 40 метров, 7-120 мегагерц. Сейчас уже около 7 вечера на горе. Опять ветер, блин, мешает. Ёлки-палки. Спасибо, 7-3. Правильно, молодец, я так поддерживаю. 7-3. 7-3-40, Ромала, наши территории, Тонца, Марана, диапазон 40, Тавра, Поляра, 6, КТА, прием. Радио 7, Боря Киловатт, Серега, здравствуй, 25 дБ, здорово, Владимир Ставро, Поляра 6, КТА, прием. Да, Владимир, добрый вечер, 9+20, Сергей, спокойно, прием. Да-да, Сереж, давно тебя не слышал, да, сколько, наверное, полгода, прием. Да, ну, я тебя вчера слышал, ты с Василием Михайловичем сигнал репетировал, прием. А, может быть, ну, я, по-моему, с тобой не здоровался. Да, тоже купил вот это вот Pro 2, и не знал, где сигнал. Что-то у меня нормально, прием. Да немножко гундосый, конечно, сигнал. Ну, в целом неплохо, прием. Да-да, со мной ли уходишь, Серега, прием? Да давай пару связей проведу с тобой. Ну, давай, пока я все-таки знаю, что нету. Романа на 6, Харитон, Тамарана, небольшая группа, прием. Романа на 6, Харитон, там Олег, по-моему, ниже работает, на нулевые, 9. Романа на 6, Харитон, Тамарана, диапазон 40. Романа на 6, Харитон, Тамарана, прием. А, да, Серега, тут сейчас кино будет баба смотреть, я буду выключать, чтобы не мешать. Пожелайте крепкого здоровья, 7-3, рад был встретить. Давай, будь здоров, 73. Блин. Сейчас подкручу. Тут одной рукой то, одной другое, блин. Шаг поменять надо. Фу ты. О. Пускай полилипутят. Я не могу точно тут настроить сейчас. Неудобно, хочется побыстрее. Лилипуты. Это особенность SSB модуляции. Не точно чуть-чуть ее будет гундосить, так лилипутить, либо там наоборот низы там одни. 15, я принимаю громко, хорошо, как обычно, Юрий Винич, Юрий. Глядаю, так, запросил нам свой слов. Нет, вот. Юра, дружище, вам говорю, Эх, река. Август, 1 августа 2024. Вот уже трава желтая. То зеленая была, уже с июля желтая уже. Средняя Азия скоро станет. Такая жарень у нас, что до августа еле дотягивает. Ай, блин. Все стало на свое место. А, 70 ватт, четко и красиво. Благодарю, Кизар, Сергей. Да-да. А, понял, ясненько. Хорошо, Сережа, ты с нами или как, прям? Надеюсь, уже буду мешаться тут под ногами. Нет, не точно он стоит. Хорошо, поздороваться, Сереж. Работайте, рад слышать. Всего вам доброго, 7-3. Давай тогда, Серега, всего доброго, 7-3.
А кто там еще вызывал? ЕУА-6, Василий Леонид. ЕУА-6, вынял группу, прием. Роман-6, Дима, Борис, Елена. Роман-6, Дима, Борис, Елена. Но мы 9-й нулевые зовем. Ну, ладно, ответим. Анатолий, 5-9. 5-9, Сергей Кизляр, прием. Сергей, добрый вечер, поприветствую. Рад слышать, в полном здравии. 5-9, громко, как всегда, Тверская, Анатолий, район Обшаронский. Сереж, но я не слышал, что, кого вы зовете. Я вот слышал, человек Ветер. С вами работал. Все поздоровались. Думаю, я поздороваюсь. Как это так мимо пройти, не поздоровавшись? День даром пропадет. Вот такой расклад на приеме. Да нет, ничего страшного. Просто самое, ладно, хорошо все. Вот. И послушайте группу, мы позовем дальше. Пожалуйста, Лем. Роман 6, Дима, Борис, Елена. Роман Антон 6, Павел, Киловатт, Зинаида. Вечер добрый. Здравствуйте, Анатолий. 9+. Город Шлизвак, Лема, на прием. Принято, Лема, добрый вечер. Рад тебя слышать, в полном здравии. Давненько уже не пересекались. 5-9, тоже громко, не отбиваешься от коллектива. Тверская, Анатолий, район Обшаронский. Все прекрасно, Лема, все твое на приеме. Ай, спасибо за приятные, лестные слова. Сергей? Да-да, Анатолий, спасибо за кинцо, не будет вопросов. Всего доброго вам, 7-3, пока. Да, все принято, Сергей, Лема. Ну что ж, спасибо за кинцо, рад был слышать. 7-3, до свидания, удачи, до встречи. 73, до свидания. Я УА-6, Василий Леонид, 9-й нулевой. 9-0, УА-6, ВЛ, прием. 9-й нулевой район вызывают. Ульяна Антон, 6, Василий Леонид. 9-й нулевой зовет Ульяна Анна, 6, Василий Леонид. Станция МАЗИ Сибирь приглашает УА-6, Василий Леонид, на прием. Роман 9, еще раз. Ой, провалилось в конце. Роман 9, Дима, Елена принял. Слушаю еще раз. Мошкара летает, блин. А, разлеталась тут кучка. Роман 9, Ульяна, Леонид, Елена или Павел, прием. А Ульяна, Борис, Павел, я извиняюсь. Ульяна, Борис, Павел. А вот, R9, Ульяна, Борис, Павел, это у нас Андрей. Андрей, приветствую, но не громко сегодня. Не громко слышу почему-то. Вот, обычно ты у меня громче проходишь, намного. Вот, 6 баллов максимально, QSB, 6 баллов, 5-6. Принято, Андрей, я Сергей, город Кизляр, прием. Ну подожди, 73, подожди. R9 УБП, УА-6 Василий. Сейчас 7 баллов пошел. 7 баллов. Вот, но не более 7. 5-7, это самое. Исправь, пожалуйста, 5-7. Слушай мою группу, Лема. Так, я сегодня его слышу очень тихо, Сергей. Очень тихо. Ты спрашивать рапорт не хочу. Я сегодня его оставлю в покое. Вчера или позавчера работали, громко было. Но сегодня очень тихо, Сергей, прием. Принял, Андрей? Черт. Комар мне в спину. А, кусанул. Нечем почесать. Я понял. Радио 9, Ульяна, Борис, Павел, 6, Василий, Леонид. Андрей, точнее, спасибо за кюсу. Не будем задерживать. Самые добрые пожелания вам. Теплейший 73. До встречи в эфире. Пока. Ну что, буду собираться тогда домой уже. Поеду скоро. Все, до встречи. Природа невинки. Все.